Раз, два, три. Нихао всем. Нихао, алло, алло. Нормальный звук есть. What's up, guys? Я типа выздоровел. Так, чё, где я? Кто я? Кто я? Что я? Сейчас музыку потише сделаю. Так, геймплей включаю. А геймплей у меня сегодня питон. Питоний. Ай, блин. Так, сейчас я настроюсь психологически. Все, огонь. Let's dance. Так, куда мне свою трансляцию поставить так, чтобы я ее, чтобы она мне не мешала смотреть? Что у меня происходит? Вот так. Ладно, поехали. Всем нихао, всем здорово, привет. Hello. Продолжаем питонить. На прошлом стриме я начал создавать новый проект. Вот. А на этом стриме я уже... Ну, на прошлом стриме я уже сделал заготовку проекта. Структуру сайта. Вот. В этот раз я уже как бы это добавляю разработку структуры моделей данных. Сейчас я посмотрю, что там на прошлом стриме я делал. Не посмотрю, а точнее так. Быстренько. Быстренько. Вот так вот. View index, ясно. Home. Понятно. Вспомнишь, что в файле URLs второй строкой прописано возможность запуска встроенного Django приложения администратор сайта. Да, 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 мы это сделали все. Это было несложно. Это было довольно легко. Параметр ru. Поэтому вот эта часть у нас на русском. Все, я начинаю вспоминать, что я делал. Я начинаю втягиваться в игру. Я в Дискорде задавал вопрос по поводу, что делать дальше после этой книжки. Вот. Кто-то мне даже ответил, спасибо тебе, дай бог тебе здоровья, друг. Хоть кто-то. Потому что вот эту книжку, когда я пройду, надо будет идти куда-то дальше, что-то делать. Вот, и, ну, как бы... Зайдите, короче, в Дискорд и посмотрите, что я там писал. По поводу этого. Здесь не буду рассказывать. Все ссылки будут в описании. Special for you. Так, разработка структуры моделей данных сайта Мир Книг. Это стрим номер 14. Спасибо самому себе за прекрасные подсказки. Все верно, сегодня 14 стрим. Так, в этом разделе мы узнаем, как строить модели для сайта Мир Книг и рассмотрим некоторые из основных типов полей таблиц, в которых будет храниться информация сайта. Здесь также будет показано несколько основных способов доступа к данным модели. Веб-приложение Django получает доступ и управляет данными через объекты Python, называемые моделями. Модели определяют структуру хранимых данных, включая типы полей, их максимальный размер, значения по умолчанию, параметры выбора, текст меток для форм и прочее. Он, кстати, второй раз уже... описывает, что такое модели и так далее. Поэтому это очень прекрасно. Мы вроде в предыдущих стримах это все прошли более-менее, плюс-минус. А здесь он еще раз нам объясняет. Это идеальное повторение. Так, структура и описание модели не зависят от используемой базы данных. Она может быть выбрана позднее путем изменения всего нескольких настроек проекта.
Мы вначале тоже об этом говорили. После выбора какой-либо базы данных разработчику не придется напрямую взаимодействовать с ней, создавать таблицы и связи между ними. Это сделает Django, используя уже разработанную структуру модели. Это прекрасно, потому что мы на SQLite напишем свои модели, но я думаю, что профессиональные компании навряд ли работают с SQLite, потому что он не такой мощный, допустим, как тот же Oracle. Вот. Или MySQL от Microsoft, я не помню точно. Не специалист в этом. Новичок. Так, структура описания моделей. Так, после выбора какой-либо базы данных. Так. Перед тем, как перейти к созданию моделей данных, нам необходимо определить, какую информацию мы будем хранить в базе данных, сформировать перечень таблиц базы данных и организовать связи между ними. Вот, кстати, насчет связей между базами данных, ну, довольно такая интересная тема. Я ее, если честно, не понял, когда проходил модели. Ну, когда проходил в начале базы данных. Вот, я надеюсь, что здесь я поумнею за парочку стримов. И вуаля, все пойму, как герой. Так. Итак, на нашем сайте мы будем хранить данные о книгах. К этим данным относятся название книги, ее автор, краткое резюме, язык, жанр и международный стандартный книжный номер даже есть, ничего себе. После того, кроме того, необходимо хранить сведения о количестве доступных экземпляров книги, о статусе доступности каждого экземпляра и т.п. Нам тоже понадобится иметь более подробную информацию об авторе книги, чем просто его имя. Да, еще у книги может быть несколько авторов с одинаковыми или похожими именами. Конечно, потребуется возможность сортировки информации на основе названия книги, автора, языка, жанра и других признаков. При проектировании моделей данных имеет смысл создавать самостоятельные модели для каждого объекта. Под объектом мы будем понимать группу связанной информации. В нашем случае очевидными объектами являются жанры книг, сами книги, их авторы, экземпляры книг и их язык. Так, ясно. Следует также отметить, определить, какие данные можно и желательно выдавать в виде списка выбора. Давно не читал, если честно, вслух, поэтому тяжеловато. Так, следует также определить, какие данные можно и желательно выдавать в виде списка выбора. Это рекомендуется в тех случаях, когда все возможные варианты списка заранее неизвестны или смогут впоследствии измениться. Можно выделить следующие данные, которые можно выдавать в виде списков. Это жанр книги, фантастика, поэзия, допустим, язык русский, английский, французский, японский. Так, можно выделить следующие данные, которые можно выдавать в виде списков. Так. Все, я понял. Что-то я так прочитал. Как только будет определен перечень моделей данных, таблицы базы данных и поля таблиц, нам нужно подумать об отношениях между моделями, между таблицами базы данных. Как было показано в предыдущей главе, которую я не очень хорошо понял и выяснил, Django позволяет определять отношения один к одному, это конструктор one-to-one field, один ко многим, конструктор foreign key, и многие ко многим, конструктор many-to-many field. Ясно. Это я, в принципе, помню. Окей. Для нашего сайта мы предусмотрим в базе данных 5 таблиц для хранения информации. И в соответствии с этим нам потребуется сформировать структуру и описание 5 моделей данных. Вот их перечень. Книги, экземпляры книг, статус конкретных физических, авторы книг, язык, на котором написана книга, и жанры книг. Это все у нас будут 5 моделей данных. Структура этих моделей данных показана на рисунке 8.17. Это вот этот, да, получается? Ну ладно, сейчас посмотрим. Как можно видеть, в ее состав входит
перечень таблиц, которые будут созданы в базе данных, перечень и типы полей, которые будут в каждой таблице. Определены также связи между таблицами. Итак, мы определились с перечнем хранимых данных. На основе этой информации можно приступить к созданию моделей данных. Однако прежде познакомимся с основными элементами, которые нужно будет создавать при формировании моделей данных. Этому и посвящен следующий раздел. Ясно. Все понятно. Так, ну, зависимости какие-то. Так, основные элементы моделей данных в Django. В этом разделе мы вкратце разберемся с тем, как формируются модели данных, рассмотрим некоторые из наиболее важных полей и их аргументы, узнаем, что такое метаданные и как с помощью методов можно управлять данными в моделях. Модели в приложении обычно описываются в файле models.py. Они реализуются как подклассы или объекты класса. Так, ясно. Вот это я выделю. И могут Так, они реализуются как подклассы или объекты класса. Django.db.models.model. И могут включать поля, метаданные и методы. В приведенном далее фрагменте кода показан пример типичной модели, имеющий условное название myModelName. Так, вот это я себе помечу как важная информация. Так, сейчас, секунду. Так. Так, смотрим, что здесь приведено у нас. А здесь приведено типичный класс, определяющий модель, производный от класса Model. Ну, это наследуется он от класса Model, получается, расширяется. Если я правильно помню все. Так, поле myFieldName равно models.charField, максимальная длина символов 20, helpText не более 20 символов, ясно. Метаданные. Не знаю, не помню такого, чтоб я проходил. Это, наверное, потом посмотрим. Методы. Возвращает URL-адрес для доступа к экземпляру myModelName. Методы. Интересно. Тоже не помню такого. Строка для представления объекта myModelName в админ сайт. Угу. В этом программном коде определена модель данных, будущая таблица базы данных с именем myModelName. Таблица базы данных будет иметь поле myFieldName для хранения данных с количеством символов в имени не более 20. Предусмотрена сортировка данных по полю myFieldName и в виде функции заданы два метода. В следующих разделах мы более подробно рассмотрим каждый из элементов внутри модели. Ну ясно, здесь чисто так он показывает нам, что к чему, почему.
Дальше будет веселее вечеринка. С аплодисментами. Модель может иметь произвольное количество полей любого типа. Каждое поле представляет столбец данных, который будет сохраняться в одной из таблиц базы данных. Блин, здесь некоторые опечатки такие жесткие. Модель может иметь произвольное количество полей любого типа. Каждое поле представляет столбец данных, который будет храниться в одной из таблиц базы данных. Каждая запись, строка в таблице базы данных, будет состоять из значений тех полей, которые описаны в модели. Давайте рассмотрим описание поля из приведенного ранее примера. В соответствии с этим описанием, таблица базы данных будет иметь одно поле с именем MyFieldName, тип поля Charfield. Этот тип поля позволяет хранить в базе данных строки, состоящие из буквенных и цифровых символов. Система предусматривает проверку содержания этого поля при вводе в него пользователем каких-либо значений в формате HTML. То есть, Django не позволит ввести в него недопустимые символы. Поля могут принимать некоторые аргументы, которые дополнительно определяют, как поле будет хранить данные или как оно может применяться пользователем в нашем примере. Так. Что я это? Побежал вперед маленько. Система предусматривает проверку содержания. Так. Поля могут принимать некоторые аргументы, которые дополнительно определяют, как поле будет хранить данные или как оно может применяться пользователем. В нашем примере полю присваивается два аргумента. Максимальная длина и представляет и help text представляет дополнительную текстовую подсказку, чтобы помочь пользователям узнать, какое ограничение наложено на длину этого поля. Метка поля и подсказки будут показаны пользователю через HTML-форму. Окей. Блин, ну мы это уже, грубо говоря, конечно, проходили в начале. Ничего такого там вроде сложного нету. Там сложность заключается в методах класса и self связанный. Ну, это ООП байтоновская. Вот. Ну и взаимоотношения моделей. Один к одному, там многие ко многим и так далее. Так. Имя поля используется для обращения к нему в запросах и шаблонах. У каждого поля также есть метка, значение, которое можно задать через аргумент verbose name. Verbose name. Метка по умолчанию задается автоматически путем изменения первой буквы имени поля на заглавную букву и замены любых символов подчеркивания пробелом. Например, поле с именем MyFieldName будет иметь метку по умолчанию MyFieldName. Что-то я не помню про эти метки, ничего, если честно. Побольше сделать маленько. Поля по умолчанию отображаются в форме, например, на сайте администратора, в том же порядке, в котором они объявляются. Хотя этот порядок может быть переопределен в процессе разработки проекта. Поля, описываемые в моделях данных, имеющие разные типы, могут иметь достаточно большое количество общих аргументов. HelpText представляет текстовую метку для HTML-форм. VerboseName – удобно читаемое имя для поля, используемое в качестве его метки. Если этот аргумент не указан, то Django автоматически сформирует его по умолчанию от имени поля. Блин, чувак, мне нужна практика. Так, default – значение по умолчанию для поля. Это может быть значение или вызываемый объект. И в этом случае объект будет вызываться каждый раз, когда создается новая запись. Null. Если аргумент имеет значение true, то Django будет хранить пустые значения в базе данных для полей как null.
Где это уместно? Поле типа char field вместо этого сохранит пустую строку. По умолчанию, примерно... Блин. Так, бланк. Если аргумент имеет значение true, поле в ваших формах может быть пустым. По умолчанию принимается значение false, означающее, что проверка формы Django заставит вас ввести в это поле некоторое значение. Этот аргумент часто используется с аргументом null. С аргументом null true, если вы разрешаете ввод пустых значений. Вы также должны обеспечить, чтобы база данных могла принять эти пустые значения. Блин, сижу, залипаю. Просто засыпаю, прикинь. Так, choices. Предоставление выбора из вариантов значений для этого поля. Если параметр choices задан, то соответствующий виджет формы будет являться полем с вариантами выбора из нескольких значений вместо стандартного текстового поля. Primary key. Если аргумент имеет значение true, то текущее поле будет выступать в качестве первичного ключа для модели. Первичный ключ – это специальный столбец базы данных, предназначенный для однозначной идентификации всех разных записей таблицы. Если в качестве первичного ключа не указано ни одно поле, то Django автоматически добавит ключевое поле ID в таблицу данных. Ну да, если мы как бы... Мы задавали два, допустим, значения, там, а он делал три. Если сюда вернуться, он, получается, создавал поле, help text, по-моему, и еще одну часть ID, по-моему. Ну, посмотрим. Указанные общие параметры могут использоваться при объявлении следующих типов полей. Но это мы вначале проходили. Char field, text field, integer field. Здесь по названию понятно. Строки, строковое поле, текстовое поле для больших строк произвольной длины. Это может быть, скорее всего, как комментарий, мне кажется. Если я не ошибаюсь. Так, integer field. Это поле для хранения значений целого числа. Вот. Data field. Это по времени. Email – это понятно для мыла. File field и image field служат для загрузки файлов. Но здесь написано, если что. Сейчас я еще раз так вот помедленней. Мало ли кто на паузу поставит, посмотрит. Так, email field. Auto field – это особый тип integer field, который автоматически увеличивается. Первичный ключ ID. Этого типа автоматически добавляется в вашу модель, если вы явно не укажете это. Ну, ясно. ForAgent Key служит для указания отношений один ко многим. К другой модели базы данных. Например, автомобиль определенной модели имеет одного производителя, но производитель может делать много автомобилей разных моделей. Сторона отношения 1. Это модель, содержащая ключ. Так, many-to-many field – это... Так, служит для определения отношений многие ко многим. Например, книга может иметь несколько жанров, и каждый жанр может содержать несколько книг. Ясно. Здесь, конечно, лучше самому это читать. Если что, ссылка на книжку будет в описании. Так, many field служит для определения отношения многие ко многим. Например, книга может иметь несколько жанров, и каждый жанр может содержать несколько книг. В нашем приложении для библиотек мы будем использовать этот тип поля, аналогичный типу ForAgent Key. Но их можно использовать более сложными способами для описания отношений между группами. Эти типы полей имеют параметр onDelete.
определяющий, что происходит, когда связанная запись удаляется. Например, значение models.setNull просто установило бы значение null. Офигеть, чувак. What is practice? Где практика? Потому что я, ну, как бы, вот, читать вот это, как новичку, вот для меня это ничего не значит. Мне надо значение null. Мне надо видеть, что это за значение null. Пустое значение или что это? Ну ладно. Я думаю, сейчас увидим. Блин, такие абстрактные примеры. Не знаю, может, я что-то это... Существует много других типов полей, включая поле для разных типов чисел. Большие целые числа, малые целые числа и дробные. Логические значения. URL-адреса, символы slugs, уникальные идентификаторы и другие, в том числе связанные со временем сведения. Эти поля мы достаточно подробно описали, когда рассматривали формы Django. Ну да, там очень много полей было, и как бы на самом-то деле просто так их пролистали, посмотрели, что они есть, и все прекрасно. Так. Едем дальше потихонечку. Метаданные в моделях Django. Метаданные – это информация о другой информации или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. К метаданным относятся многие параметры модели, заданные по умолчанию, которые, кстати, можно переопределить. Так, в Django, по умолчанию можно переопределить. Это, например, имена таблиц, порядок сортировки данных, список индексов, имя и тому подобное. В Django имеется возможность объявить метаданные о своей модели на уровне самой модели. Для этого нужно, объявив класс мета, как показано... Для этого нужно объявить класс мета, скорее всего, объявить, а не объявив. Очень много здесь таких ошибок. И ты начинаешь читать, и потом чего... в смысле? Теряешься, короче. Ясно, определяем класс. Создаем... Ну, понятно. Надеюсь, разберем это более подробно на виду, так скажем, хотелось бы посмотреть. Кто не в курсе, я прохожу эту... Ну, я тупо иду по книжке, не пользуюсь никакими дополнительными ресурсами. И интернет, там еще что-то. Вообще ничего. Ну, если только в ступор не встану в какой-то и все. Вот, поэтому это для тех, кто первый раз видит видос. Первый раз залетел на стрим, либо смотрит запись трансляции на YouTube. Все видосы, все стримы, которые будут, как я изучаю Python и Django, все будут на YouTube. Ссылки будут в описании, как всегда. Так, продолжаем. В этом коде показана одна из наиболее полезных функций метаданных – управление сортировкой записей. Порядок сортировки можно задать, указав название поля или полей. Сам порядок сортировки зависит от типа поля. Например, для текстового поля сортировка будет выполняться в алфавитном порядке, а поля даты будут отсортированы в хронологическом порядке. Прямой порядок сортировки можно заменить на обратный. Для этого используется символ минус. Согласно порядку, показанному в примере кода, данные текстового поля MyFieldName, имя клиента, будут отсортированы в алфавитном порядке от буквы Я до буквы А, поскольку символ минус изменяет порядок сортировки с прямого на обратный.
А зачем? Почему? Это типа для... Хорошо, неплохо. Если, например, мы решили по умолчанию сортировать книги по двум полям и написали следующий код. То книги будут отсортированы по названию согласно алфавиту от А до Я, а затем по дате публикации внутри каждого названия. От самого нового, то есть последнего, который последний пришел, издания до самого старого. Ясно. Ну, здесь понятно. Здесь уже понятно, зачем минус. Здесь без него никак. А то мы будем наоборот, он, если не поставим минус, он нам будет здесь показывать сначала старые самые первые издания, а потом только в конце там где-то последние. А так мы минус поставили, у нас все наоборот. Другим распространенным атрибутом является verbose name или подробное многословное имя для класса, что? Watch. Так, что мы здесь видим? Импортируем models, создаем класс myModelName, который расширяется от класса model, модель. MyFieldName, ModelsCharField имя. И класс мета название книги. Блин, вот этот класс маленько не понимаю. Мне надо видеть, как он выглядит, как он показан в браузере, либо еще как-то. Ладно, надеюсь, попозже посмотрим. Так, следующая часть – это методы в моделях Django. Модель также может иметь методы, то есть различные способы манипулирования данными, чтения, обновления, удаления. Минимально в каждой модели должен быть определен стандартный метод класса для Python – str, вот с которым как раз-таки у меня проблемы. Ну, я маленько не догоняю, зачем он. Стандартный метод класса. Так, это необходимо. Сейчас, секунду. Так, минимально в каждой модели должен быть определен стандартный метод класса для Python. str и круглые скобки. Это необходимо, чтобы вернуть удобно читаемую строку для каждого объекта. Эта строка используется для представления отдельных записей в модуле администрирования сайта и в любом другом месте, где вам нужно обратиться к экземпляру модели. Часто этот метод возвращает наименование поля из модели. Например, так, return self-filed name. Живой пример. Другим распространенным методом, который включается в модели Django, является метод getAbsoluteURL, который возвращает URL-адрес для отображения отдельных записей модели на веб-сайте. Если этот метод определен, то Django автоматически добавит кнопку просмотра на сайте на экранах редактирования записей модели на сайте администратора. Вот типичный шаблон для getAbsoluteURL. Так, это создаем метод. Блин, чувак, покажи мне вот... Мне нужен пример. Я не могу так абстрактно это все придумать. Предположим, что требуется использовать URL-адрес, например, my application myModelName2. Для отображения отдельной части модели, где 2 это идентификатор для определенной записи. Не понял. Ну. Для отображения отдельной записи модели. Чтобы выполнить работу, необходимо для отображения записи... А, чтобы выполнить работу, необходимую для отображения записи, нужно создать URL-карту.
функция reverse может преобразовать наш URL-адрес в URL-адрес правильного формата. Конечно, для выполнения этой работы все равно придется прописать соответствие URL-адреса с представлением и шаблоном. Маленькая какая-то вода здесь, если честно. Потому что без прав... Ну, я как бы понимаю, что происходит, но, блин... Без практики, когда ты на практике не пишешь сразу, то это как бы улетает из головы сразу абсолютно, моментально. Прочитал и забыл. Так, следующая часть – это методы работы с данными в моделях Django. Когда классы моделей данных определены, их можно использовать для создания обновления или удаления записей, для выполнения запросов, а также получения всех записей или отдельных подмножеств записей из таблиц базы данных. Так, хай, привет, да. Сейчас, секунду. Так, привет. Привет. Что-то... Что такое? Что за залипуха сегодня? Сижу, засыпаю. Не могу. Так, методы работы с данными в моделях Django. Когда классы моделей данных определены, их можно использовать для создания обновления или удаления записей, для выполнения запросов, а также получения всех записей или отдельных подмножеств записей из базы данных. Чтобы создать запись в таблице базы данных, нужно определить, создать экземпляр модели, а затем вызвать метод save. Так, создать новую запись с помощью конструктора модели. Record, my model name, my field name, книга о вкусной еде. И сохранить запись в базе данных. Record.save. Если поле... Так, если поле my model name предназначено для хранения названий книг, то в соответствующей таблице базы данных появится запись с названием этой книги. Книга о вкусной еде. Ясно. Можно получать доступ к полям в записи базы данных и изменять их значения. После внесения изменений данных необходимо вызвать метод save, чтобы сохранить измененные значения в базе данных. Господи, ну что такое сегодня? Не читается сегодня и все, хоть ты убей. Я так-то не лечу, если что, сами прочитайте. На паузу нажал, прочитал. А то я это, заикаюсь здесь. Так, доступ к значениям полей модели. Print. Так, можно получить идентификатор. Здесь можно получить название книги. Изменить название книги. Выбираем A-Record, получается. .myFieldName. И переименовываем. И затем опять сохраняем. Вы можете искать в базе данных записи, которые соответствуют определенным критериям, используя атрибуты объектов модели. Для поиска и выборки данных из базы данных в Django служит объект QuerySet. Это интегрирующий объект. Он содержит несколько объектов, которые можно перебирать, прокручивать. Чтобы извлечь все записи из таблицы базы данных, используйте метод objects.all. Например, чтобы получить название всех книг из базы данных, нужно применить следующий код. Albooks, book.objects.all. Понятно. Ничего сложного. Так, следующий метод – это метод фильтр, который позволяет отфильтровать данные для QuerySet в соответствии с указанным полем и критерием фильтрации. Угу.
Так, вот это для поиска и выборки данных из BD. В Django служит объект QuerySet. Я забыл его пометить, как довольно важная информация. PDF в этом плане очень идеален, что можно взять какую-то часть себе, выделить, что это что-то важное. И ты при поиске очень быстро это найдешь. Это, ну, гениально. Так, дальше. Например, чтобы отфильтровать книги, содержащие в названии слова «дикие», «дикие животные», «дикие растения», а затем посчитать их, мы могли бы воспользоваться следующим кодом. Wildbooks, book.objects. Берем book, потом объекты, фильтруем, title contains, дикие. Это... Да, ясно. А здесь dikey.count. Так, не понял. В этих фильтрах использован формат file field name match type, где field name — имя поля, по которому фильтруются данные, а match type — тип соответствия поля определенному критерию. Обратите внимание, что между ними стоит двойное подчеркивание. В приведенном коде полем, по которому фильтруются данные, является название книги title и задан тип соответствия contains с учетом регистра. А что такое count? Watch count. В Django можно использовать в фильтрах различные типы соответствия. Основные типы соответствия приведены в таблице. Небольшая пауза. Так. Полный список соответствий, как обычно, в оригинальной документации Django. В некоторых случаях возникает необходимость фильтровать поле, которое определяет отношение один ко многим, к другой модели. В этом случае вы можете индексировать поля в связанной модели с дополнительными двойными подчеркиваниями. Так, например, чтобы выбрать по фильтру книги с определенным жанром, нужно указать имя в поле жанра. При использовании такого кода из базы данных будут выбраны все книги из жанров фантастика, научная фантастика. Ясно. Так, count — это функция, которая возвращает длину массива. Спасибо. Спасибо. Не знаю, не прочитать ник тяжелый. Count — это функция, которая возвращает длину массива. Хорошо. Отлично. Почему, правда, я про нее здесь в книжке ничего не вижу? Интересно, ладно. Печально. Дасис печально. Может быть, она и была, я, как обычно, уже забыл. Так, формирование моделей данных для сайта Мир Книг. Я уже ждал этого момента миллион лет. Потому что я уже сижу, читаю, засыпаю здесь. Зеваю жестко. Так. Зевота — заразная вещь. Вот сказал про зевоту, сразу зевать опять начал. Что за бред? Зевотный стрим. Так, там будет что? Нормально, это царская. Да, сейчас будет. Поехали. Итак, мы подошли к тому моменту, когда можно приступить к формированию моделей для сайта Мир Книг. Аллилуйя. Фактически мы проектируем структуру базы данных. Определяем перечень таблиц, создаем в них поля, формируем связи между таблицами. Для этого откроем PyCharm, загрузим ранее созданный проект и откроем файл models.py. Я понял.
Сейчас я это сделаю и покажу. А что ты уже успел сделать? Слушай, я на прошлом стриме только начал делать типа, ну, как сказать? Начал опять, создал новый проект, получается, на прошлом стриме. И что я там? Подключил Django, ну, такие стандартные вещи, как, ну, для нового проекта. Подключение Django, там, всякие настройки и так далее. Открыл панель администратора сайта, вот, которая там встроена в Django, и все, в принципе, и стрим на этом закончился. Нет, вот сайт, который я вот сейчас только начинаю уже непосредственно приступать к тому, что сайт здесь я уже делаю. Сказал как-то очень тяжко, даже сам запутался. Вот сейчас вот начал вот с прошлого стрима, да, я сейчас уже конкретно мы делаем типа сайт здесь. И это меня очень радует, потому что здесь уже идет, ну, нормально, должна идти нормальная практика. Более-менее такая. По крайней мере, не просто там написали и забыли. В предыдущих главах было так, что написал и забыл, в принципе, и можно было удалить код. А здесь получается... Да, ты вовремя. Очень даже вовремя. Мне самому интересно, что там будет с этим всем делом, как это все. No. Комп, не надо. Не позорь меня. В прямом эфире. Он когда начинает тупить, я прям это... Остановка сердца. Ну вот, на прошлом стриме я просто сделал главный проект. Первое приложение добавил, которое мы назвали каталог. Вот. Вывел пустой страницы. Получается, во view я отправил. А, я вернул страничку, типа, ну, вот и все. Принципе, вот и все дела с делами. И ничего больше не делал. Чисто пустой проект. А сейчас мы уже перешли к модели. Так, модели. Я открыл модели. Так, таким образом в этом файле уже импортирован базовый класс models.model, от которого будут наследоваться все наши модели данных, а также закомментирована строка. Понятно. Добавим в этот файл строку импорта класса reverse. Которая обеспечит получение абсолютных URL-адресов. Эта его возможность будет в дальнейшем использована для получения ссылки на страницы с деталями списков из самих списков данных. О, ладно, сейчас пропишу. Ясно. Сейчас только усядусь поудобнее, что-то. Блин, как-то маленько это. Маленько как-то неудобно. Так, from django.urls import from Django. Господи. From Django. URLs import реверсия. Да. Так, еще раз. Этот класс обеспечит получение абсолютных URL-адресов. И все. Эта возможность будет в дальнейшем использована для получения ссылки на страницы с деталями списков из самих списков данных. Блин. Ясно.
Вот как это было описано, если что. Так, теперь приступим к созданию моделей. Модель для хранения жанров книг. Начнем мы с формирования справочника жанров книг. Для хранения информации о жанрах книг спроектируем модель, таблицу с именем, жанр получается. Эта модель будет содержать всего одно поле name, в котором мы станем хранить наименование жанров книг. Поехали. Так, создаем класс genre. Так, в нем у нас name и help text. Чарфилд у нас будет максимальная длина 200 символов. Max length штук. Потом help text с названием «Введите жанр книги». Так, и так называемый verbose name. Да. Только это, конечно, бы мне сделать, наверное, вот так вот. А то сильно он там куда-то улетать стал. Создайте свои модели, здесь нам не надо. И дальше здесь у меня идет dev str. Стоп. Self. Return self.name. Вот эту часть, к сожалению, я пропустил. Я, маленько не догоняю, зачем она здесь. Вот в чем фишка. Я еще в прошлый раз, когда проходили ООП, я не догнал, зачем вот эта часть здесь. И это очень печалит меня. Так. Я ООП потом в отдельной книжке, скорее всего, посмотрю, потому что, не в книжке, а на сайте. Так, как можно видеть, модель genre содержит одно текстовое поле типа Charfield, которое называется name. Одно текстовое поле. Это поле будет использоваться для описания жанра книги. Оно ограничено 200 символами и имеет текст подсказки help text. В качестве удобно читаемого имени verbose name указано значение жанр книги. Поэтому именно оно будет выводиться на экран в формах рядом с полем name. В конце модели объявлен метод str,
который просто возвращает имя жанра, которое будет внесено в конкретную запись. Вроде ничего... Я чувствую, что ничего сложного в этом нет. Просто оно как-то маленько... Не знаю, маленько запутано, что ли. Либо я что-то упускаю. Как обычно. Так. В конце метод str, который просто возвращает имя жанра, которое будет внесено в конкретную запись. Ну ладно. Хорошо, он возвращает. self.name. Ладно, я надеюсь, чуть дальше я, ну, пойму. Мы, получается, вносим имя жанра, и он возвращает нам это имя. Вот, в принципе, весь метод получается. Ладно, не суть, пока не буду запариваться насчет этого, потому что это очень печально будет, если запариваться над такими вещами. Я надеюсь, они потом придут в голову. Так, следующую модель мы сделаем для хранения языков книг. Продолжим формирование справочников и создадим справочник языков, на которых написаны книги. Для хранения информации о языках спроектируем модель с именем Language. Language. Не знаю, как читается, пишется. Сейчас напишу. Language, не знаю. Так, эта модель будет содержать всего одно поле lang, в котором мы будем хранить наименования языков. Сейчас я пропишу. На книжку не буду переключаться. Сейчас я напишу класс. В принципе, он абсолютно такой же, только... Здесь... двадцать символов. У него help текст. Введите язык книги и язык книги. Введите язык книги и язык книги. И здесь он возвращает нам не name, а нет, тоже name. Name, да, только в его классе получается. А, два этих. Ясно. Так, сейчас поменьше сделаю, чтобы не загораживало. Так, я создал две, получается, создал две таблицы. Я просто думаю, я создал две модели, а потом такой, так, это не модель, это таблица. Так, две модели. Как можно видеть, модель Language содержит одно текстовое поле типа Charfield, которое называется name. Это поле будет использоваться для хранения языка книги. Оно ограничено 20 символами и имеет текст подсказки help text. В качестве удобно читаемого имени verbose name указано значение язык книги. Поэтому именно оно будет выводиться на экран в формах рядом с полем name. В конце модели объявлен метод str, который просто возвращает наименование языка книги, которое будет внесено в конкретную запись. Так, ну это, в принципе, то же самое. Дальше мы создадим модели для хранения авторов книг. Так, сейчас. Здесь, получается, у нас уже побольше будет полей. Так.
Так, теперь создадим справочник, в котором будем хранить сведения об авторах книг. Для хранения информации об авторах спроектируем модель, таблицу с именем автора. Эта модель будет содержать несколько полей. First name, имя автора, last name, фамилия, дата рождения и дата смерти. Сейчас все сделаем красиво. Это уже побольше. Так, потерялся маленько. Что ты теряешься, Артём? Не теряйся. Не покидай Twitch. Ты должен заниматься. Так, класс Autor. Пишем новую, еще одну модель. Таблицу. Скопипастью, короче, некрасиво. А это не автор. Блин, хотел музыку на стриме заменить. Уже какой стрим, пытаюсь заменить музыку, но что-то не найти ничего. Хотел какой-нибудь чиллаут включить, чтоб чилить. Или как это, на ютубе музыка для, под программирование что-то есть. Тоже неплохая, такой фончик дает царский фон. Так, здесь мне надо first name, last name. Это у нас будет first name. У нас будет 100 символов, имя автора и имя автора. И имя автора. Прекрасно. Дальше. Здесь эту функцию я пока уничтожу. Она мне маленько мешает. Так, не понял, почему help text показывает, что ему что-то не нравится. А. Точно. Чё я затупил? Точно. Спасибо за подсказки, PyCharm. Ты лучший друг. Так, получается, теперь фамилию. Это будет такое поле. Так, это будет last name. Last name у нас будет содержать 100 и фамилия автора просто и все. Пытаюсь писать без этого, несмотря на клавиатуру. Потому что у меня микрофон здесь мешает со всякими приблудами. И постоянно смотреть на клавиатуру, это будет печаль. Так, здесь я написал. Теперь дата рождения, дата смерти пишем. Так, дата рождения у нас будет поле data of birth. Data of birth. Вот. Так, чувак, ты опять мне это, реформат, да. Так, даты. Да что такое? Off. Дата рождения. Models. Data field, по-моему, здесь будет поле. Сейчас посмотрю. Да, data field. Здесь будет data field.
канале. И отсюда копируем то же самое. Ну, не то же самое, а, по-моему, те же поля. О, даже сам отформатировал. Гений вообще. Так, дата рождения. Help текст. Введите дату рождения. Дата рождения. Так, максимальная длина нам здесь не нужна, потому что... Не нужна. Блин. Подожди-ка, подожди. Чё-то я херню створил. Так, введите дату рождения. Дата рождения. Да что такое-то? И там появляется новое поле. Null равно true, blank равно true. Так, погодь. Да, вот. Отлично. Может быть из-за таба? В смысле, я пропустил что-то это. Может быть из-за таба что? Блин, сори, забыл. Так, дату рождения записал. Если есть дата рождения, значит и есть дата смерти. Либо будет. А что делать? Ну, здесь то же самое. Здесь то же самое, только дату... Дату смерти. Null равно true. Это типа пустое значение, как я понял. И blank равно true. Блин, я опять забыл. Ну, что такое? Ну, что ты? Дырявая башка, да, пирожка? Потом, если пересмотрю, пойму, о чем речь. А, в смысле, это что, подчеркивались эти? Подчеркивались help text и verbose name, да? Так, и надо написать чудную вот эту штучку. Чудеснейшую. Без которой мы не вернем ничего. О, так, погодь. В смысле? Не понял. Не... Подожди. Подожди. Как так? А, ну все правильно. Только здесь не name мы будем возвращать, а last name. Здесь у нас будет last name. Так, теперь я прочитываю все то, что я сейчас написал. Сейчас проверю, вроде все четко. Так, теперь. Как можно видеть, модель автор содержит текстовые поля типа Charfield для хранения имени и фамилий авторов. Эти поля ограничены 100 символами, имеют текст подсказки
и удобно читаемые имена. Два поля для ввода дат типа Data Field предназначены для хранения даты рождения и даты смерти автора книги. Здесь, в принципе, все видно. Они могут содержать пустые значения. Да, null true, то есть не обязательны для заполнения. Метод str возвращает фамилию автора. Ясно. Следующая глава – это модель для хранения книг. Сейчас я включу книжку, и мы посмотрим, что здесь вообще происходит. Ответик. Thank you very much. Доходит потихоньку, доходит информация до мозга, потом только начинаю соображать, что там было. Такс. Модель для хранения книг. Прежде чем проектировать модель для хранения данных о книгах, рассмотрим, какие связи нужно предусмотреть для тех справочников, которые мы уже создали. Жанр, язык и авторы. Да, вот со связями-то у меня проблема. На позапрошлом стриме, получается, мы проходили, по-моему. Там я что-то путался жестко. Придется пострадать маленько. Здесь мы исходим из того, что каждая книга будет относиться только к одному жанру. При этом один жанр может соответствовать множеству книг. Значит, здесь присутствует связь один ко многим. Ну, это ясно. В принципе, несложно. Теперь осталось это все в мозгу уложить так, чтобы с этим проблем не было, потому что это довольно мощная тема. Чтобы не путаться со связями. Такс. Связь один ко многим между жанрами книг и книгами. Ясно. Так, записи в таблице genre не повторяются. Они уникальны и существуют в единственном числе. В начале линии, показывающей связь, стоит единица. Ясно. А вот в таблице book может быть множество книг, которые относятся к одному и тому же жанру. На конце линии связи стоит знак бесконечности. Ну да. В таком случае жанры являются главной или родительской таблицей, а бук – связанной или дочерней таблицей. Так, еще раз внимательнейшим образом это все смотрю и впитываю. Желательно. Жанры уникальны и существуют в единственном числе. Окей. Book – это множество книг, которые относятся к одному же жанру. Понятно. Жанры, значит, являются главной боссовской таблицей. А book – это подчиненный. Ясно. Хорошо. Едем дальше. Так, не понял. Не понял вообще. Что касается языка, на котором написана книга, то мы исходим из того, что каждая книга написана на одном языке. При этом один язык может соответствовать множеству книг. Значит, здесь тоже присутствует связь один ко многим. Yes. Of course. Ясно. Записи в таблице... Какое сложное слово?
language не повторяются. Они уникальны и существуют в единственном числе. В начале линии, показывающей связь третьей единицы. Ясно. А вот в таблице book может быть множество книг, которые написаны на одном языке. Так, знак бесконечности. В таком случае language является главной или родительской таблицей, а book связанной или дочерней. То же самое, в принципе. Окей. Пока, в принципе, не так сложно. Несколько сложнее обстоит дело с книгами и их авторами. Каждая книга может быть написана несколькими авторами, но и автор может написать несколько книг, как самостоятельно, так и в соавторстве. Значит, здесь присутствует связь многие ко многим. А для реализации такой связи необходим новый объект в модели или новая связующая таблица в базе данных. Вот это уже интересно. Так, кто там шуршит у меня на заднем плане? Ясно. Так, книги. Блин, здесь, конечно. Связь многие ко многим между авторами и книгами. Кто это? Ильф? Интересное имя. Ильф. Не Альф? Ой, интересная фамилия, точнее. Не слышал, кстати, такую, не понял. Так, у Пушкина идет «Война и мир», это Лев Толстой. Так, сейчас посмотреть внимательно. Внимательно посмотреть. Хорошо. Как можно видеть, книги «Война и мир» и Дубровский имеют по одному автору. Толстой и Пушкин. Ясно. Здесь, в принципе, несложно. А вот следующие две книги «12 стульев» и «Золотой теленок» имеют двух авторов. Ильф и Петров. А что за Ильф? Я не понял. Не... Блин, за всю жизнь первый раз слышу что-то. Может, забыл? Ну, это же классика, my boy. Как я мог забыть? Так, следующие две книги «12 стульев» и «Золотой теленка» имеют двух авторов. Записи в таблицах «Book» и «Autor» не повторяются. Они уникальны и существуют в единственном числе. В начале линии, показывающей связь, стоит единичка. Так. А вот в связывающей их таблице book author, ага, может быть как множество книг, так и множество авторов. На конце линии связи стоит знак бесконечности. В таком случае таблицы book и автор являются главными и равнозначными. А book author – связующие таблицы, которая содержит только индексы связанных записей из главных таблиц. Блиноч, как-то здесь вроде ничего сложного, но... Блин, что за бред-то? Как-то я запутался вот в этих связях еще с прошлых стримов. Надо как-то это все обдумать. Вот теперь с учетом рассмотренных связей можно приступить к созданию таблицы для самих книг. В ней мы будем хранить всю информацию, собственно, о книгах, но не о конкретных физических экземплярах.
экземплярах книг. Каждый экземпляр книги может находиться в различных состояниях, и для этого будет создана отдельная модель. Таблица в базе данных, соответственно. Модель – это таблица в базе данных. Надо это запомнить как... Не знаю, что. Так, информация о книгах будет содержаться в следующих полях. Title – название, жанр, язык, автор, аннотация книги и уникальный международный номер книги. Описание модели данных о книгах должно выглядеть следующим образом. Оу. Так, ну что делать? Надо создавать класс Book. Сейчас. Принеси на реальность, и я думаю, станет понятно с этими связями. Я потом... Блин, надо разбираться будет. Свободного времени пока нет. Помимо там стримов и так далее. На работе буду чиллаут делать. На обеде. Вот. И посмотрю книжку. Ой, посмотрю видос по этим всем связям. Chill out. Так, создаем класс Book. В принципе, ничего сложного. Человекочитаемые штучки. Так, с этой я создал, это я сделал. Дальше у нас идет класс Book. Так, подожди, там... Да, models.model. Title, жанр и язык. Title у нас будет char field, максимальная длина строки 200. Подожди. Char field. Максимальная длина символов 200, help text и verbose name. Help text. И сразу же verbose name. Человекочитаемое имя. Так, там было написано, введите название книги. Здесь название книги. Так, первую мы написали. Прекрасно. Дальше идет жанр. Жанр там маленько поиначе идет. У него вот этот ключ. Foraging Key. Это один к одному. Если я не ошибаюсь. Foraging Key это один к одному, по-моему. Так. А, блин, models.
Model Stacks. Каскад, help текст. Так, выберите жанр. А, null true надо написать еще. Null true может быть пустым. Да гос. Так, введите жанр книги. Книги, книги, жанр книги. Так, это прописали. Так, вот этот аргумент. Вот этот параметр. Блин, как он называется? Параметр. Так, дальше идет у нас язык. Он такой же, как и этот. Здесь тоже такая же тема. Только здесь вот это надо, соответственно, поменять. Language. Выберите язык книги. Язык книги. Так, готово. Ясно. Это написал название. Дикшнери закинуть в словарь. Так, дальше у нас идет автор. Многие ко многим у него идет соотношение. Так, автор, help текст, выберите автора, автор книги null true. Здесь то же самое, в принципе. Только здесь нету этого. Он delete. В смысле? Так, видите автора. Да, автора книги. Автор книги.
блин. Автор книги. Null true. Так, сейчас по книжке посмотрю, правильно я пишу. Да, теперь summary. Краткое описание книги. Модул здесь уже будет текст field, по-моему. Побольше. Текст field у нас максимальная длина строк 1000, help text и verbose name. Так, max length 1000. Потом help text. Так, готово. Так, правильно я пишу-то? Введите краткое описание книги и аннотация книги. Введите краткое... И аннотация книги. Прекрасно. Готово. Дальше следующее. Международный ISBN. Там какой-то код, я забыл, как он называется. ESBN Models Charfield. Models Charfield. У него получается max length 13, запятая help text и verbose name. Ясно. Help text и verbose name. Так. Должно содержать 13 символов. Прекрасно. Так, help text, наверное, тоже сюда перекинуть, чтобы он это... Здесь то же самое как-то маленько покрасивее сделать. Он delete, наверное, тоже сюда закину. Хотя нет. Он delete, пускай останется здесь. А это сделаю так. Так, международный номер записали, или как там он называется, из 13 символов. Теперь пишем str. Да, он нам подсказывает уже. Возвращать мы будем
по тайтлу. Self-title. И еще пропишем абсолютный URL для доступа к определенному экземпляру книги. Функция get absolute URL self. Get absolute URL self. Сейчас прочитаю. Сейчас посмотрю, как. Возвращать мы будем реверсы. Book detail. Эту строку не очень понимаю, что она делает. Сейчас прочитаем про нее, что она делает. STR. STR у нас получается self-id. Self.id. Ну, вроде все. Так-то код небольшой, по идее. Ну-ка, если так сделать, разрешит он? Ну да, чтобы не сливалось маленько. Хотя фиг знает, надо это. Не. Так, self-id. ID что-то у нас unresolved атрибут reference ID for class book. А, не-не-не. Так, в приведенной модели все поля имеют поясняющий текст, help текст, и удобно читаемое имя, это verbose name. Для названия книги создано поле title. Это текстовое поле типа Charfield. На название книги наложено ограничение 200 символов. Так, где оно? Вот. Для хранения информации о жанре книги создано поле Genre, которое по первичному ключу связано с моделью Genre. Так, первичный ключ foreign key. А, это модель связи, с которой связывается. Ясно. Это поле допускает наличие пустого значения. А пустое значение здесь null true. Ясно. Для хранения информации о языке, на котором написана книга, создано поле language, которое по первичному ключу связано с моделью language. Это поле допускает наличие пустого значения. Ну, здесь все в принципе видно, да. Дальше. Для хранения информации об авторе, авторах книги создано поле Author, которое по первичному ключу связано с моделью Author. Это поле допускает наличие пустого значения. А вот Author у нас не... У нас many-to-many field поле. Многие ко многим. Так. Для хранения аннотации книги создано поле Summary. Это текстовое поле типа Charfield. На аннотацию книги наложено ограничение 1000 символов. Для хранения уникального международного номера книги создано поле ISBN. Это
текстовое поле типа Charfield. На уникальный номер книги наложено ограничение 13 символов. Метод str возвращает наименование книги. Так, да, наименование книги возвращает метод str, все верно. Return self.title. В конце этого кода определен метод getAbsoluteURL, который возвращает URL-адрес. Его можно использовать для доступа к детальным записям для этой модели. Например, на странице пользователя выдана строка с названием книги, которая подсвечивается как ссылка на другую страницу. Если щелкнуть мышью на название книги, то будет загружена страница, например, с детальной информацией об этой книге. То есть наличие такой функции позволит сопоставлять URL-адреса на странице, в которых содержится подробная информация о книге с соответствующим представлением и шаблоном HTML страницы. Ясно. Так, я думаю, что на сегодня я закончу тогда стрим. Вот, сегодня я и так много сделал, что-то это. Тяжковато как-то уже становится. Ну, в принципе, почти 2 часа нормально сойдет. Завтра я продолжу писать это все. Вот. Мы, получается, вот. Я останавливаюсь на этой теме. Фиолетовый и комментарий 15-й стрим. Короче. Вот, 15-й стрим. Замечательный комментарий. Так что вот. Кто будет смотреть записи, пишите комментарии. Все ссылки в описании. Всем, кто был и радовал меня своими комментариями в чате, вообще отдельное спасибо. Царское. Так что все, я пошел отдыхать. Желаю вам того же. До следующего стрима.